Всем привет, с вами Олег, и это Speedrun. Привет, сосед, с читами. Я буду использовать читы Ghost, Fly и Волк, чтобы проходить сквозь стены, летать. Таким образом, быстро проходить игру. Посмотрим, за сколько я успею пройти эту игру с читами. Так, бежим быстрее. Включаем Ghost, пишем. Все, теперь я могу проходить сквозь стены. Идем сюда, пишем Волк. Все, мы прошли. Следующее. Бежим сюда. Заходим сюда. Пропишиваем ГОСТ. Летим сквозь стены. Прямиком вот эти двери. Сюда. Вот так пролетаем. Теперь сюда. И тут дверь. Заходим в эту дверь. Все, пишем волк. Загружается скрипт. Главное активировать скрипты. Нужно быстро убегаем. Тут нужно обязательно подбежать к этой двери с замками, чтобы активировался скрипт. Все, теперь обратно бежим. Мимо. Все, прошли. Отлично. Акт 2. Загружаем. Здесь пишем сразу ГОСТ. Летим сюда. Потом сразу в эту вентиляцию. Пролетаем. Включаем здесь волк. Пишем волк. Бежим по этой лестнице вверх. Все. Пропускаем все заставки. Бежим сюда. Нам нужно просто перелететь через fly. Пишем. Через забор нужно перелететь. И все. Так, перелетели. Активировался скрипт. Кат-сцена. Пропускаем ее. Акт 3. Так, ну тут нужно ждать письмо, когда она отсюда придет, так что пока можно полететь, посмотреть, что тут. Вот тут у нас всякие штуки, рубильник, вот такой домик. Тут висит плакаты. В принципе, ничего интересного нет. Тут у нас ванна. Ну ладно, включаем здесь волк. Волк и ждем. Когда придет постучать в дверь. Когда постучать в дверь, берем письмо, быстро пропускаем кат-сцену. Идем дальше. Ну давай уже. Сколько можно. О, отлично. Берем это письмо. Пропускаем кат-сцену. Все, мы приехали сюда в дом, пишем ГОСТ, залетаем в дом, пишем волк, ждем телефон, когда зазвонит. Все, телефон зазвонил, активируется кат-сцена, пропускаем ее, пропускаем, бежим, там надо снова в дверь зайти, так, пишем. ГОСТ, летим сюда, пишем волк, мы прошли, отлично. Так, тут бежим, тут все затопило, просто двигаемся по этому коридору, где все затопило, ну типа вода здесь течет, вот эти глаза. По ним можно ориентироваться. Нужно найти дверь с надписью Exit. Вот она. Залетаем в эту дверь, пишем волк. Волк, волк. И бежим. Бежим. Просто заходим в дверь. И пройдено. Отлично. Сейчас тут нужно в этом финальном акте ждать, пока загрузится сосед. Пока он загрузится, можно немного полетать наверху. Тут у нас ничего нет, пустота. И лежит на крыше еще один мячик. Возьмем этот мячик, пока все там скрипт загрузится. Мы можем покидать мяч в картину. Что-то не попал. Почему-то не попал. Ну, что-то он долго здесь, этот сосед. Ну, есть. Второй. Отлично. Два мяча сразу закинул.
достаточно долго его почему-то нужно ждать. Не знаю почему. Гитара тут лежит. О, попал. Ну давай уже, сосед. Вот он, вот он, вот он. Подгружается. Все, подгрузился, пишем. Гост. Летим наверх. Вот сосед. Дом у него на спине еще не подгрузился, так что ждем, пока дом подгрузится. Пока летим наверх, наверх, наверх. Вот он ломает сейчас дом. Все, дом подгрузился. Ждем, пока дверь подгрузится. Там дверь должна подгрузиться. Вот, все, дверь подгрузилась. Теперь нужно аккуратно встать на эту доску. Тут довольно сложно этот момент поймать. Он двигается постоянно. Так, волк. О, чуть не упал. Отлично. Прошли. Но здесь читы уже не обязательно. Здесь просто можно пробежать по-быстрому. К двери он там, он что-то клеит. Все. Зашли. И вот этот момент. Здесь надо ждать, пока активируется персонаж, чтобы его защищать. И тут читы уже использовать не нужно, в принципе. Просто нужно ждать, пока он встанет, пойдет к окну. Кстати, можно посмотреть. Можно посмотреть, что там снаружи. Вот такой дом снаружи. Сейчас придет сюда монстр, вот звук. И он подойдет к этому окну. Вот он идет уже. К окну нам нужно написать волк. Наверх он бежит. Главное успевать перед ним, вот этот монстр. Перед ним вставать и защищать его. Так, прям перед ним. Вроде все. Теперь бежим к следующей точке. Вот он бежит, бежит. Мы сейчас его опередим. Вот отсюда. Потому что с той стороны мы не пролезем. Он сейчас вот отсюда пролез. И нужно перед ним встать. Потому что этот монстр, он разрушает дом. Главное не упасть. Вот, все. Теперь идем сюда. К этой лестнице. Поднимаемся наверх. И он сейчас вот отсюда прибежит. Вот отсюда он прибежит. И нам нужно вот туда встать. Вот он идет. Отлично. Так, мы уже выросли. Я не хочу тут использовать ГОСТ, потому что я боюсь застрять. Тут просто он все время с каждым ударом растет. И я застреваю потом. Так, вот, вот сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, у меня остался двойной прыжок. Да, быстрее, 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 быстрее. Это последний, по-моему, сейчас будет здесь. Вот он, наконец-то пришел. Тут его все время кручит. Отлично, это последний удар. Все, прошли. Это пропускаем. Вот тут у нас дверь. Просто бежим к этой двери. Бежим, 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 бежим. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Заходим, все. Он проснулся. И это конец. Сейчас будут титры. Это уже нельзя скипнуть. Это был всего лишь кошмар. Ну, на этом тогда все. С вами был Олег. Если вам понравился этот спидран с читами, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии.